expanding a lot as well, especially in this matchup. Yeah. And Lin tried to expand and happy. Император сверлит просто монитор своим взглядом из-под лобья. Russia. It could be the first title for Russia. Не сглазьте там комментаторы. 13 years ago. If Happy wins this tournament, by the way, or advances to the final, he surpasses that man and becomes. Ну что, друзья, победа easy. Собака доллар циркумфлекс. Император Happy, болеем, болеем, болеем. Так, собрались. Теринас, первая карта. Поехали. А Мун в финале? Не-не-не, Мун в финале этой группы. Ваш канал. Нет, ну, на 100 рублей и сообщает собака. Да я не забыл, ты слоупок. Спасибо за соточку. Работаем. Так, правый нижний угол фокус, синенький орк, красный НД, это Хэппи. Не осталось больше других игроков, кроме корейцев и китайцев. Все. Два китайца в топ-1, топ-2. Это TH и 120. Явные фавориты. И, ну, предварительно говорили и в интервью игроки. И, собственно, по факту получилось так. Они уже в плей-оффе. В этой группе одни корейцы и Хэпич. Они группируются, кучкуются, понимают, что с императором по-другому нельзя. Нужно объединить усилия, поднять щиты. Мун ждет. Лалайт, собственно, тоже ждет, потому что он еще не вылетел, еще будут матчи в нижней части сетки. Пошел один из наших преданных акалитов на разведку. Довольно... 43 times? Где? 25 на 18. О, 22 на 21. Блин, почти 50 на 50. Ё-моё. Собрались. Переживаю, Миша. Да я сам переживаю, блин. Я сижу такой скрюченный весь. Руки под мышками, и ведь... Ладно, все, посмотрим. Так, пришел Акалит, он там патрулирует выход северный из базы. ДК выбежал, переставил Rod of Necromancy себе в удобный слот. Пошел блок, Акалит блокирует Грунцера. И уходит красиво. ДК пошел крепить зеленую точку. Блейдмастер выдвигается в центр. Так. Блейд выбивает артефакты тоже по центру. И император направляется туда. А, Блейдмастер, кажется, увидел. Да, увидел собака. Находится в инвизе. Блин, Хэппич Акалита отдал. Опасный момент. Добивает хорошо мелкого приста. Правда, теряет скелета, но ничего. Пока ничего. Подходит Грунцер. Блейд снова уходит в инвиз. Аккуратненько. Застройка вторым зиггуратом. Блэйд рядышком, прямо на нейтрале стоял. ДК очень замедлен, к сожалению. Скелет вынужден отступать. Так, спасает скелета, хорошо. Хорошо. Хантер 801 болеет. Ой, класс. Так, проверяет, что Блейдмастер не выбивает пока артефакт, не отстает император. Так. Еще минус один винвок тратит на скелета. Возможно, на второго должен подрезать фокус, к сожалению, этого скелета. Не уйти за блоком. Так, подходит первый финт. Начинает крепиться. Вот это может быть ошибка. Смотрим, удастся ли койл нормальный закинуть. Да, с виндом он может... Можно кидать. Нет, добивает Блейд. Черт. И когти выпадают ему. Начало не очень хорошее. Did that very well with hit.
Я там, скорее всего, Гранд с бонусом и Виндвок еще. Так, выбивает еще один артефакт, загоняет Хэпича на базу. Да, а здесь что? Плюс 6, опять. Издеваетесь. Лучшие артефакты выпадают. Патч уже такой, что опять на криты действуют когти и... Ну сейчас может стащить ДК! Да! Заманипулировано! Как же он прочитал-то? Вообще молодец. Красавчик. Хэппи настолько погружен в игру, во-первых, что у меня Twitch залагал, что он лбом смотрит в монитор, вы посмотрите. Как смотрит фокус и как смотрит император. Он напрямую, чтобы ближе к мозгу был сигнал, ловит. Блин, ну хватит лагать-то, Twitch задрал, блин. Читает мысли оппонента, говорит фокус. Да, прибегает, там артефакта уже нет. Так, пытается урывками сейчас прокрепиться император. Здесь зеленую точку, там зеленую точку. Выходит СХ. Т3. Да, стандартно. Да? Постоянно питлорда берет уже. Персональный телепорт, и, блин, может успеет стащить девайс. Прошу прощения, ну, лагает трансляция. Да, собирает айтем. Блейдмастер, два когтя. Блин, как же не вовремя, а? Как же не вовремя. Блин, я поставлю тогда не Full HD, и, может быть, это так станет получше, давайте. Старое доброе мыльцо. Вполне вероятно, что если кто-то Twitch тоже смотрит, именно Back to Warcraft, скажите, это твичевская проблема или у Back to Warcraft из Китая опять начинаются лаги? Такое же было. Так. А, на Twitch'е Back to Warcraft тоже лаги. Ну, это, скорее всего, из-за того, что они стримят из Китая, и... Ну, короче, это не Twitch виноват, это коннект от Китая до Twitch'а. Да... Ну, в прошлый раз они довольно быстро стабилизировались. Добил хорошо император, очень хорошо. Дал ударить Блейдмастеру. Блин, большой бутылек маны, ну как же ему везет. Я снова пытаюсь переключиться с мыла на Full HD. В смысле, какой Big One? Он уже выбил. А, Big One это, видимо, этого мага покрупнее. Артефакт, конечно, очень хороший. Фокус прям очень хороший. Таурент третьим героем. Все таким. Проходит разведка. Довольно сейчас, ну, пока не находит император врага. Выпадает сейчас кольцо регенерации жизней. Как раз, наконец, не самый хороший артефакт из возможных. Дабл слиперс ему для скорости атаки нужны. В первую очередь, поэтому он для лича передает. Ох, амулет большой. Вот это хорошо. И мана еще. Отлично, все, нормально, все. Ману я что-то в первый раз не акцентировал на ней внимание, но... Выравниваемся по артефактам, хорошо. Дарка будет под слиперсы, думаете? Да, Дарка, кстати, под Таурена хорошо зайдет. Вполне вероятно, что он как раз и не продает те два носка для бонусного урона еще Дарке. Довольно пассивненько игра. Сейчас нычку ставит, что ли, Хэпич? Похоже, да. Аура паладиновская выпадает. Book of Dead. Кстати, это хорошая тема, там же нет диспола никакого. Да, это очень странно. До третьего героя, до третьего деки. Врывается Таурен без стомпа, кстати. Первый банши доходит. Какой же император... Нет, я не могу его назвать дерзким. Смелый. Так, пошло сражение. Пурч, Койл. Book of Dead отличный, но выходит из окружения, но... Ох, как контролит Хэпик от Кадоя, отводит финдап. Великолепный контроль от Хэпича, хорош. Надо Кадоя добить. Нет, там лечение, блин. Где закопочка, где Койл?
Ох, там берсерк минус, финт минус, может пропить бутылек, может пропить бутылек. Может пропить бутылек. Да, пропивает бутылек, начинает лечить, но падает еще один финт. Блин, там криты дикие идут. Минус кодой, выкладывает амулет, успевает и окружает. Вот это момент, вы видели? Он выкинул амулет маны, пропил, и в ту же секунду окружает еще героя. Лол, падает ЦХ, что? Унижение, какое унижение? Вы что, как? Как он это сделал вообще? Что? Да нормально, он выходит планово отсюда. Что? И у него доделывается экспанд. Что? Да, у него, правда, лимит от 34 на 47. Все еще момент опасный, очень опасный. Блин. Лич третий. Отменяет шахту, император. Еще не все, далеко не все. Блейд рядышком. Реплешмент стащил гад. Как? Питлорд третьим героем. Жалко, экспанд не сыграл. СХ с анком был. С анком, кажется, был Блейд, и Блейд успел передать анк. Хэппи идет сражаться. Непонятно за что, экспанда уже нет. Нова на двух юнитов. Хауль пошел. Подходит сзади тележечки, одна, вторая. Book of Dead все еще более-менее работает. Диспола нет. Соответственно, банши с проклятием хорошо работают. Берсерки уже подходят. Фокус по... Ой-ой-ой-ой. Сколько там у Сахиману? Последнее лечение, но падает один финт. Ох, съедает еще финда. Ой-ой-ой-ой, а где же наша армия-то? 40 лимита на 49. Причем часть в кадое. Бьет деку, падает один грант. Банши подставляется. Блин, как же фокус прекрасно контролит, а? Как же он хорошо контролит. Падает еще обсидианка, ё-моё. Плохо, плохо. ТП нет! Нет! Ёпрысоте! Вот это жопа. Да, экспанд был слишком дерзким. Слишком дерзким экспанд был. Что потрачены были деньги. Был бы там третий герой, опять же. И сейчас уже появится скоро диспол Спирит Уолкера. Да, пытаются выкупить героя в таверне. 49 лимит на 32, все очень плохо. А фокус вообще не останавливается, продолжает крепиться. Дичь, просто дичь. Я не знаю, почему он решил ставить эксп. То есть, исходя из какой логики, лимит 50 не было, третьего героя не было. Выпадает еще один бутылек маны и хэппичу. Может быть, получится дотянуть хотя бы до лимита 50 каким-то макаром. Там экспанда нет, время у нас еще пока что какое-то есть. Ну какой контроль там был? И от того, и от другого. Они психи! И выпадает что? Ну? Плюс 6 агилой. Ну, конечно, плюс 35 урона! Вы издеваетесь? Проверяет экспанд фокус. Фокус вообще дикий тоже. Казалось бы, да? Пятьдесят лимита, косарик на руках, сейчас будет шкатулка ставиться. Хэппи кое-как до 50 лимита дожил. Там скоро третий таурен будет со вторым стомпом. Это пытается поставить базу свою Хэппи. Он понимает, что там тоже шкатулка, там экспанд будет. И тут же просто фокус. Прям перед... Ну, он не может по-другому сделать. Он понимает, что там эксп. А у фокуса еще нейтралы на своей половине остались. Естественно, шкатулка еще гораздо более выгодная, потому что... Она хоть и стоит там под 600, но выстраивается очень быстро, и как следствие очень быстро окупается. Вторые криты еще у Блейда, четвертый уровень он получает. О, надо хотя бы Зиггурат один отстроить здесь. Это просто... И сейчас фокус пойдет убивать Хэппича. Ё-моё. Не успеет Зиггурат, скорее всего, догрейдиться.
and hero levels, and he doesn't have a mining third base just yet. Нася, там плюс 10, герой 4-4-3 на 3-3-1. 3-3-1, 3-3-1, тут нереально выиграть. Крит на 200, ё-моё. Просветка. Развести на инвул? Да, и начинается. Все в куче, стомп. Питлорд не на позиции. Просто прорывается Блэйд, критует 234, стомпы дикие, ё-моё. Как спасает Спирит Волкера, прекрасно, ГГ пишет Хэппи. Первое поражение Хэппи на турнире. Охренеть. An encounter on the highest level, but happy with a risky strategical choice. Да, он ставил экспанд. Да, потому что на некрополь, на шахту, кругленькая сумма. Кругленькая сумма выходит. Там и на героя на третьего хватит, еще останется. With the Blade Mask, with this inventory, and only one or two Banshee, or one Banshee at that point, the Howl would have been fantastic in that fight. Yeah. Also, Silence could have been really good. Orc engages in, as he always does. Но даже в той ситуации, когда Императора было меньше лимита, как он это в СХУ, как он от Кадоя отступал. Не хватило, к сожалению, правильного использования Book of Dead, потому что он мог реально сразу убрать первого Таурена. Сразу убрать первого Таурена с Book of Dead. Я призываю товарищей в чатике не оскорблять игроков, потому что за это сразу вы отправитесь в бан и сразу на месяц. Потому что сейчас самое... Ну, вот в такие моменты как раз люди и проявляются. И характер. То есть, когда у человека сложности, когда человеку плохо, очень часто вылезают товарищи, которые там из толпы что-то кричат или пытаются добить, позлорадствовать. Это... Такое презрительное качество. Да, скорее всего, он поставил экспанд, потому что... Не, подождите, он Book of Dead выбил после того, как Акалита отправил на экспанд. And I'm so surprised that Happy gave up map control like he did. There was still cash. Нет, из лузеров топ-1 не занять. Из лузеров максимум топ-2. Хотя не совсем понятно, кто из оппонентов лучше, 120 для Happy или TH. Наверное, его нужно спросить. Так, победа изи, собака доллар циркумфлекс. Продолжаем как мантру повторять. Болеем за Дмитрия Костина. Фокус вообще почти безупречно сыграл в прошлой игре. That is pretty crazy. Cash was no match. And now will Happy step it up? Will he play less greedy, more standard? Northern Isles, his choice. Давай, мы с тобой. Once again, same opening from Happy. Ted Fiend build.
Фо мистер Эльф из Имба говорит, блин, не могу на это смотреть, что-то я переживать начал. Добро пожаловать, добро пожаловать. А мы, причем не на месте проведения, мы не сидим на сцене, не катаемся туда, не это самое, не играем. Представляешь, какие там нагрузки на... для неподготовленных особенно. Сядешь, все. Обожаю Good Game, говорит Владик. На Твиче постоянная реклама, в приложении Android каждые 10 минут просмотр рекламы. Тут вообще нет. Пользуйся на здоровье. Приложуху по iOS пару дней назад, кстати, обновление какое-то выкатили очередное. Ну и продолжается, конечно, работа над новым андроидовским приложением. Probably gonna be going for the green into green for the level 2 on Focus Society, I imagine, then go circle. Ну, Хэппич говорил, вы видите, на стене писал, что если орк не допускает грубых ошибок, выиграть ему нереально. А если уж ему нереально выиграть, я не знаю, кому реально. На этом турнире всего два андеда, он и 120-й. Статистов вообще никаких нет в этой расе на этом турнире. То есть это два топовых чувака. Никаких там OC, никаких хантеров. Так, вытанковывает. Нет, Акалита отогнали сразу же. Акалит все-таки еще не убегает от Гранта по скорости. Я не знал, я думал, что они настолько турбированные после патча, что... Но на земле они должны убегать, а без проклятой земли никак. Колечко хорошо, там опять когти, там опять когти. Там опять когти. И клок, хорошо. В магазин выдвигается Блейд. Продал, купил сверхклетку. Being aggressive even before level 2. Hoping to get the Murloc Flesh Eater over there, I assume. Хорошие перчатки силы выпадают деке. Плюс немножко урона, плюс 75 хитов, что важнее. Sentry Ward. Хороший артефакт, очень хороший артефакт. Сразу ставит его на экспанд. И добивать может спокойно этого Морлока. Добивает, уходит. Показывают, как контролят оба игрока. Император слева, Фокс справа. Другой ракурс. Еще один вард был поставлен на мастерской. Да, он вообще контролирует практически все выходы с базы. Хэппич выходит на экспанд, но там уже вард стоит. Ё-моё. Просветка есть. Знает ли император о варде? Да, знает. Проверил инвентарь, увидел один заряд варда и предположил, в каком месте, скорее всего, Фокус поставит вард. Шикарно. Блин, прекрасно. Он еще перестраховывается, прежде чем идти на крипинг. А, как он путает следы, вы посмотрите. А, этот Грант его палит. Собака зеленая. Так, скелет там будет нейтралов. Личевка. Т3 здесь даже быстрее у Фокуса Т3 будет, чем у Хэппича, ничего по себе. Как? Вы понимаете? Хэппи прочитал местоположение обоих вардов.
Ну, как бы понятно, что скорее всего, но у тебя два заряда просветки, и ты читаешь обе точки максимально точно. Услышал, когда ставится. Его даже близко тогда не было, когда там ставили вард. Минус обсидианки. Но зато мы сможем нормально прокрипить... А не успевает добить! Нормально! И спокойный крипинг идет! Хорошо, мы выбили артефакт. Какой артефакт? Не выбили еще. Колечко регена выбили, естественно, с этого огра. Ах, да ядрить! Ну когда тебе начнут падать-то хреновые артефакты? Большая бутылка маны опять. Сейчас встреча будет. Нет, прямо на начало крипинга и хекс. Начинается, блин, начинается. Пытается перегруппироваться император. Пытается спасти. Спасает Финда своего. Тут резко перегруппировывается, начинает вырубать тролля. Император вроде как читает, можно попробовать, не успевает, кажется. Ну! Ах, не успевает. Новый нет. Манастоун, да охренеть. Что, откуда? Что у них за версия Варкрафта такая? Удача вообще не за нас. То есть вообще абсолютно мимо. То есть два, да уже три лучших артефакта. Это только в этой игре, подряд. С вероятностью один где-то к 4, один к 5. В каждом из случаев. Ё-моё. Я вспоминаю, что на одном из китайских турниров была версия Warcraft, версия карт, точнее, в Warcraft, где у орков юниты были изменены. Им там по мелочи, добавили там регена ХП, ну такие вот статы, которые незаметны на первый взгляд. Вот, и я в слепой вере в Императора готов вообще всех винить. Ну что это за рандом? Что там? Скролл за бист? Lost faith in the banshees and he's going destroyers again. Destroyers. For the first time in this tournament, not going for the double damage mitigation. Плюс 7 армора у Декин. I have no reason to think that it is this time around. Передает артефакт. Труша Таура не очень полезный как раз. Ладно. Again, things are looking decent for the org. No tiny great hall, but I guess Не, у нее нет ресурсов пока. Вот надо ему хотя бы одно кольцо передать Питу. Уже третий левел с ХД, я вижу. Передает, кажется. Не передал еще Питу. Ну, да, передал одно кольцо, это правильно. Вот все кольца сдавать тоже не хочется. Надо попытаться из красной точки... Выбил уже. Что выбил? Ну, я еще не выбил, сори. Просвечивает. И... Ну, 5-5. 4-4, точнее, извините. Ну и начинается атака, Финда подрезают, телепортируется Император. Тут уже подставляется один финт, критует по нему 100. Фокус по Кадою, Хауль на Кадоя, Кадой должен умирать, Кадой умирает, второй дестройер вылетает, пытаемся сдержаться пытаемся, подрезаем еще одного Гранта, сплитим, еще одна Нова влетает в Рейдера, закопка, хорошо, закопка работает, Стомпа не хватает урона, чтобы просветить, Таурена блочит Таурена, и Койл Нова минус Таурен, хорошо. Что такое? Что случилось? Давай, прожирай камень какой-нибудь маны или бутылочку. Надо заказывать Акалита, надо заказывать Мичку. 50 лимита на 40. Как так посражались-то мы? Я не понимаю, почему... Да, я тоже не понял, зачем он начал сражаться на базе. У него Таурен без стомпа. То есть после телепорта можно было посражаться, если бы Таурен был второй. Сейчас он реально растерялся. Он подкормил Императора. 3-2, это не 3-2-2, это 3-3-2 героя у Императора. Против 2-3-1, и Хэпич не останавливается, он продолжает крипиться, он подрезает ролей.
О-о-о. Акалита жду я, чтобы он вышел и пошел ставить экспанд. Я прям... Нет, выходит, видимо, финт. Но фокус еще жив. Еще жив, лимиты сопоставимы. Все хорошо, у него более-менее... Сейчас, может быть, крипджек подходит Хэппи, но уже заканчиваются нейтральчики. Может быть, на красную точку он сейчас пойдет, Хэппич. Вот за нее можно посражаться, там хорошие артефакты могут быть. Если есть просветка, просветка есть у нас, мы можем... Не... Да, стоп. Хэппич видит врага, естественно, он специально перегруппировался для того, чтобы выманить нейтралов и быть готовым сражаться. Фокус хочет сражаться, посмотрите, что происходит. Койл залетает, Scroll of the Beast использует, Scroll of the Beast шикарно использует Хэппич, но, правда, теряет первого финда, ДК получает третий уровень. Кадой, молодой, умирает от Койла, на всякий случай кидает оверкил, это по Кадою. Дестройеры живые, берсеркеров очень мало, 44 лимит на 48, и у Хэппи преимущество по лимиту, падает еще один берсеркер. Хорошо, закапывает от крита, закапывает. Финда, просветочка идет. Пофиг, отлично. 42 на 43, правда, но ничего страшного. Главное, что мы с вами... Да, бутылку маны потратил СХ. Бутылку маны потратил СХ. Это очень важный момент. Один имбанутый артефакт уже использован. Рейдер бегает, смотрит. Что нам выпало? Еще одно кольцо. Ладно, кольца нынче бафнуты, поэтому нормально, живем. Выкапывается финт. За красную точку надо будет воевать. 100%. И фокус туда идет. Неужели Хэппич отдаст ему красную? Просветка. Не понимаю, что происходит. Сейчас же он заберет красную, алло. Давай, скорее. Вроде Хэппич идет. Да сейчас этого очень быстро могут размотать. Крит сразу 200. Да вы издеваетесь. Да, убивает. Да ладно. Что там? А, 4-4. На ловкость, правда. И начинается сражение. Фокус опять лезет вперед. Хорошая позиция для Хэппича. Вроде просветка идет. Хауль отличный. Фокус по рейдерам. Дестройеры работают. ДК получает четвертый уровень. Пробивают битого финда. Он лечится, выкапывается, закапывается снова. Снова крит. Кадой сверху подходит. Стомп отличный от фокуса. Еще далеко не все потеряно. Да, у нас больше лимита. 52. Кадой пытается съесть финда. Финт уворачивается просто диким образом. Подходит под крепление от Хэппи, еще одна тележка, еще один финт, лечит своего финда, закапывай, убивает Кадоя, закапывает финда, очень мало лимита остается у фокуса, он просвечивает еще разок уже в финда, пытается его добить, но разменивается еще на, ой, Lightning Shield на Питлорде, он гонит всю оставшуюся армию орка, все еще есть камень маны, 49 лимита на 43, нычки нет ни у того, ни у другого, очень все близко, тем не менее, очень близко. И снова начинает фокус сражаться, подрезает тележку, вынужден поднимать. Берсеркеры подставляются, дестройера фокусят. Койла нет на дестройер, дестройер падает, но падает еще два берсеркера. Закапывается прекрасный финт. Фокус идет опять по новому дестройеру, но берсеркеров осталось не так много. Фокус нужен койл. Есть ли мана на койл? Нет маны на койл. Телепортируется, к сожалению, Хэппич, блин. Ну потому что маны нет. 40 лимита на 44, ё-моё, как же плохо. Неплохо, нормально все. Размен идет на равных. Но плохо, что он идет на равных, потому что у нас преимущество по лимиту вроде как. Хэппи куда-то сразу побежал на красную точку, я не знаю, зачем он туда. Зачем Хэппи сюда прибежал? Сейчас увидит, во-первых, Блейда. Точнее, Блейд его скорее увидит. Да ладно, экспанд на 40 лимита. Хэппи пытается последнюю точку на карте забрать. 4-4-3, телепорта нет. Блин, не дай бог, сейчас он начнет еще разводить. Койл, что там выпало? Когти плюс 9, надо передать, лечу. Сейчас будет третий уровень ТЦ. Блин, опасно как, а? Как же опасно. Экспанд готов.
У Фокуса экспанд готов. У нас все еще преимущество по лимиту есть. У нас есть деньги. Я не знаю, что делает Хэппи. Он вроде как не торопится. Там еще камень маны. Фокус так хорошо зажал этот камень маны, не использовал. Правильно, что пропил сначала бутылек, потому что этот же дает еще 25% скорости регенерации маны. Да, Хэппи выходит из лимита. Видит иллюзии врага. Сетка. Кекс. Нет, не повелся на иллюзию. Третий турен может разуплотнить. Плюс там четвертый СХ и очень много маны. 2-1 грейда у Фокуса. Не, Фокус вообще не прост. Время работает не на нас, друзья. Сейчас экспант уже работает, и... Да, у нас тоже третий питлорд, бла-бла-бла. Сейчас догонит уже по лимиту Фокус. Хэппи идет вперед. Гули берет. All-in, да. Так, давайте, друзья, давайте, собрались. Инвула Таурена, ё-моё, Фокус вообще готов к этому сражению. Нова хорошая нужна. Нова в кучу. Нова в хорошая, нова, прям в рейдера, прям в кучу. Таурен влетает, делает стомп. Хауль прекрасный просто. О, выживает чудесным образом каким-то финт. Отлетает на чудесах дестройер. Нет, падает финт. Новый, еще одна хорошая в берсеркеров. Гули грызут берсеркеров. Очень битые дестры. Падает еще дестройер. 57 на 48. Размен хороший. Правда, падает финт. Падает еще рейдер. Мана у Таурена закончилась. У него остался только инвул. 200 криты вылетают от Блейда. Я не понимаю, что происходит. Блейд получает 4 уровень. Вижу лича. Сыху пытаются фокусить у Сыха. И у Сыхи все еще есть камень маны. Он его будет использовать, потому что это финальное сражение. 220, блин, крит. Ё-моё. Лавка ставится на экспанде. 46 лимит на 46 лимита сравнивается. Очень, очень опасный момент. Сыху можно убить! Да! С бутылкой маны падает Сыха! И это, скорее всего, победа, потому что без ключевого героя, без лечения Фокус здесь не сможет справиться, и, соответственно, экспанд упадет. 38 лимита на 47. Быстро Фокус бежит к таверне для того, чтобы спасти своего, выкупить своего Сыху. Тот тут же пропивает камень маны. Сейчас будет лечиться, и будет последняя попытка от Фокуса отбиться. Подходит сзади. Нова где? Сплэш от Питлорда. Хорошо. Фокус снова Блейда может быть. Нет, у него Синвул. Ай-яй-яй, опасный момент. Обсидианку пытается профокусить. Фокусит, очень мало хп остается, но чудом каким-то обсидианка выживает. Фокус, блин, какие там криты вылетают. Ё-моё, опасно. 36 на 48. Фокуса по-прежнему значительно больше. Тут можно еще проиграть. Нет. Сыху пытается убить Хэппиш Койл. Новый еще разок. Инвул переданный от Блейда. Спасает Сыху на некоторое время. Скоро его отпустит. У Блейда очень мало хп. Нет, там есть еще один инвул. Это был... Блин, да ладно, сколько инвулов. Ой-ой-ой, ДК пытается убежать, он не может убежать. Да ладно, и ДК падает. Нет! Падает ИСХ, но без главного нашего героя. Лимит 32 на 46. Что же делать? Лич еле-еле уходит назад. Блейдмастер все еще жив. Питлорд нарезает, но это, конечно, уже жопа. И Лич получает стомп. И арба срабатывает, и... Блин, ГГ, ядрит. Нет! Блин. Какой же Фокус псих-то, ё-моё. Вот тебе и деревянный. What a sick game on Northern Isles. Started slowly, but man, this explosion into the late. First Happy with this rock solid insane push with the ghouls, but the Shadowhunter knew could have been the end, but since he had the Mana Stone, reviving him from the tavern was an option.